3 декабря исполняется 25 лет, как Ельцин подписал указ о либерализации цен. С этого начались реформы. В то время экономика России, это была экономика Советского Союза, она была сверхмонополизированная, никаких частных предприятий не было вообще, были только государственные предприятия, все. И, естественно, она была выстроена так, чтобы не было никакой конкуренции. Значит, освобождение контроля за ценами, или так называемая либерализация цен, привела к тому, что потребительские цены за год выросли в 26 раз. Инфляция в результате этого указа, который был издан 3 декабря 1991 года, инфляция составила 2600%. На самом деле это была конфискация. Это была конфискация всех сбережений, которые только были у населения. Встал очень тяжелый вопрос, а как теперь проводить приватизацию, если произошла конфискация и никаких накоплений и средств у людей нет. Их и так было не так уж много. И поэтому была проведена специфическая операция, состоящая из двух основных элементов. Первый элемент – это была ваучерная приватизация, которая выглядела вообще как лотерея. А второй и самый главный, плоды которого мы пожинаем до сегодняшнего дня. Вот точно так же обсуждались все проблемы и были проведены, что нужно делать что-то срочно, что нужно срочно решать какие-то вопросы, нужно их решать в конкретных условиях, и были проведены залоговые аукционы. Наверное, рассказывали о залоговых аукционах. Залоговые аукционы были устроены следующим образом. В то время не было казначейства, и деньги бюджета были распределены между несколькими коммерческими банками, некоторым количеством коммерческих банков. Правительство выработало план действий, при котором в обмен на акции самых лучших российских предприятий они как бы получали кредит от этих банков для выплачивания пенсий, содержания армии и решения других вопросов. На самом деле этими кредитными ресурсами был бюджет. То есть банки, естественно, после такой гиперинфляции не имели никаких средств для того, чтобы действительно всерьез свежими деньгами кредитовать правительство. Поэтому, грубо говоря, можно считать, что акции крупнейших предприятий, контрольные пакеты и собственность была передана узкому кругу лиц практически бесплатно. Так был передан, например, ЮКОС, так был передан Норильский никель, так было передано огромное количество самых лучших даже по тому времени предприятий. В результате такого решения проблемы с собственностью был заложен фундамент несменяемости власти. Вот в этом месте самый главный вопрос всей той системы, которую мы имеем на сегодняшний день. Поскольку защищать интересы вот этой специфической приватизации можно было только в том случае, если власть не меняется. Потому что если власть меняется, сразу становится вопрос. Вы получили все это бесплатно. Вы получили все это бесплатно. Весь период 90-х, он как бы состоял из нескольких этапов.
Вот была либерализация цен, которая привела к конфискации. Потом произошла вот такая приватизация. Фундамент всей сегодняшней системы. А потом была обеспечена преемственность власти и ее несменяемость. Мы вот в таком положении находимся по сегодняшний день. Вот этот фундамент всей вот этой системы, он вот в этом. И вот здесь наступает самый сложный и важный вопрос. А что же с этим сделать? Сторонники Гайдара продолжают вот, воспевать его имя и награждать премиями его имени путинских проходимцев. Когда, получив политическую власть, с помощью экономической политики он развязал гиперинфляцию, сделавшую практически все население страны нищими, нищим, конечно. Он лишил тех людей, кто вырастал из советское время, возможности поучаствовать в приватизации государственной собственности. Одновременно он передавал огромные ресурсы, экономические ресурсы, с помощью механизмов бюджета отдельным группам лиц в военно-промышленном комплексе, в спецслужбах, в аграрно-промышленном комплексе, тем самым создавая для них исключительные условия для приватизации той самой государственной собственности. А Анатолий Борисович Чубайс, который занялся приватизацией в то же самое время, когда была развязана гиперинфляция, создал беспрецедентно благоприятные условия для того, чтобы раздать гигантскую государственную собственность Советского Союза на территории России в руки тех, кому доставались кредиты, получаемые из российского бюджета и российского центрального банка. Залоговые акционы тогда же начались, да? Залоговые акционы начались немножко позже. Это был 1994 год. Когда люди стали олигархами, собственно говоря. 95-й год, прошу прощения. 95-й год. Это был 95-й год. Это уже следующая история. И несмотря на то, что к нее привлечено гораздо больше внимания, все-таки хочу сказать, что 92-й год по масштабам авантюры, перераспределившей колоссальные средства и движимое, и недвижимое имущество в России, уничтожившие экономическую базу либеральной демократии в России, создавшие политический режим авторитарный, потому что именно такого рода экономическая политика неизбежно привела к октябрю 93-го, к мини-гражданской войне на улицах Москвы, сделавшей противостояние между не до конца, а может быть, таким специфическим, но демократическим органом, Верховным Советом и президентом, в результате которого демократический орган, парламент, был уничтожен руками президента, тем самым, кстати, уничтожив репутацию или серьезно повредив репутацию президента, завершив ликвидацию этого президента, завершила ликвидацию репутации президента уже последующая экономическая политика, которую проводил уже Анатолий Борисович Чубайс с помощью Егора Тимуровича в виде валютного коридора, которая докончила уничтожение российской промышленности с помощью фиксированного валютного курса валютного коридора, потом дефолта августа 1998 года, девальвации. И таким образом в результате вот этих фантастических 6-7 лет какие-либо ростки либеральной демократии, демократии, того, что ассоциировалось с демократическим развитием России, было уничтожено с помощью такой вот экономической политики. И дальше путь для расцвета авторитаризма, семена для которого были заложены раньше, был полностью открыт. И тогда, с конца 98-го, с 99-го года, начался уже новый этап в развитии укрепления авторитарного режима, который имеем сегодня в России. Вот мне представляется, что ключевым решением этого вопроса является не проведение новой приватизации, а реализация специального большого проекта, который изменил бы положение частной собственности в России. В частности, введение так называемого windfall tax,
который был введен в Великобритании и в Соединенных Штатах, использовался, но больше в Великобритании, в тех случаях, когда появляются доходы, нарушающие правила конкуренции, например, при приватизации железных дорог. Этот вопрос очень часто обсуждается, очень болезненный вопрос. Есть схема, как можно вычислить этот налог. Можно создать специальные фонды за счет этого налога, но закрыть тему криминальной приватизации раз и навсегда. Иначе это инструмент постоянного шантажа и террора. И никогда не будет длинных денег, никогда не будет перспективных инвестиций, никогда не будет у людей уверенности в том, как им строить свою экономическую стратегию. Это ключевой вопрос, который является одним из первых для того, чтобы начинать перестраивать систему. Систему нужно экономическую перестраивать с того, чтобы наконец, спустя 25 лет от начала реформ, наконец фундаментально решить вопрос частной собственности и легитимности, особенно крупной частной собственности. Крупной частной собственности. Потому что от этого производная идет во все стороны. По всем этим ключевым вопросам есть достаточное количество исследований. На самом деле проблема программы больше не существует. Все по шагам прописано и по самым разным подходам. Все, полный набор всего, что нужно делать. Нужна политическая воля и нужно желание это сделать. Одним из первых вопросов является вопрос легитимации частной собственности, крупной частной собственности. Это один из самых крупных вопросов. Это даже не экономический вопрос, это социоэкономический вопрос. Причем там решение должно быть не только в том, что вводится вот этот налог. Налог на компенсационный налог на полученную собственность вот в ходе мошеннических залоговых аукционов или в ходе залоговых аукционов. Там еще вводится целый ряд специальных законов, принимается пакет законов, состоящих из целого ряда решений, которые нормализуют всю эту сферу относительно концентрации капитала в одних руках, относительно конкуренции, относительно демонополизации, относительно взаимоотношения бизнеса и власти, разделения бизнеса и власти как главное ключевое направление решение этой проблемы. То есть это большой комплекс реформ. Но для этого нужна другая власть, которая будет этим заниматься.